Однозначно точно, что будет актуальный продукт с искусственным интеллектом. Это начиная от self-driving cars, машины с автопилотом, и заканчивая всем остальным. То есть можно взять абсолютно любое приложение, любую идею, которая есть сейчас, добавить в нее искусственный интеллект, чтобы это все работало автоматически, чтобы человеку нужно было сделать меньше кликов, чтобы приложение предугадывало, что должно быть, какой следующий шаг пользователя. Это вот то, что, над чем сейчас уже работает большинство компаний, и то, что будет ближайшим таким трендом. Это уже есть сейчас этот тренд, но пока реально крутых продуктов очень мало.